И еще хочу показать, тут прямо такая, знаете, стена вот тех лозунгов, плакатов. Храним и приумножаем революционные, боевые и трудовые традиции страны и народа. И вот тут такие плакаты. Я уже аж забыл их. Вправе гордиться. Конституция актуальна сейчас. Сейчас уже эта конституция, получается, не действует. Это государство и этот царь приняли другую конституцию. Присяга военная, друзья. Я ее принимал. Еще служил в том государстве. Да. Хлеб родине на Кубани был у нас. А вот, хочешь быть таким, тренируйся. Такие лозунги. Ну, по сути, все они, ну, многие из них ничего плохого ведь не подразумевают. Слава нашей любимой родине. Как посмотреть. Вот, а вот вперед к великой цели. В принципе, ничего плохого. Люди строили светлое будущее. Наверное, все эпохи отображенные нашей родины СССР. Тут и Сталин, и Ленин. Да. Уже нет вот того государства. Все, что осталось. Все эпохи. А вот мы идем навстречу эпохе, когда социализм станет преобладающей общественной системой на Земле. К сожалению, друзья, сегодня это не так. Оазисом коммунизма и социализма, я даже не знаю, какое государство стало. Китай, ну там тоже что-то такое, что-то уже соединенное с капитализмом.